Встревоженные ситуации вокруг местной птицефабрики, которая задолжала поставщику воды 12 миллионов леев и была отрезана от канализации. Жители села Флорены вышли на протесты и перегородили дорогу, ведущую на предприятие. В итоге между рядовыми гражданами и сотрудниками фабрики произошла потасовка. На место прибыли стражи правопорядка. Люди обеспокоены тем, что фабрика несколько дней сливает нечистоты в поле, из-за чего село окутало зловоние. Пока официального комментария от экономического агента не поступило. Lumea în Floreni își manifestă indignarea față de revărsarea apelor uzate pe teritoriul satului Floreni. Около 7 утра жители Флорена Ванянского района заблокировали подъездную дорогу к местной птицефабрике. Загруженные товаром фуры не смогли выехать за пределы населенного пункта. Sperăm că astăzi cei de sus ei atitudine. Со слов очевидцев происходящего, вскоре к манифестантам подошли сотрудники птицефабрики и началась потасовка. На место прибыли стражи правопорядка. Поводом для серьезного волнения местных жителей стала ситуация с водоснабжением. Фабрика задолжала поставщику АП «Канал Кишино» порядка 12 миллионов леев, за что и была отключена от канализационной сети. А вместе с птицефабрикой оказались отрезанными от канализации частные домовладения. Мы вышли на мирный протест, чтобы хоть как-то помешать их деятельности, потому что если они не будут работать, то и отходов не будет. Но они в ответ вышли с охранниками, стали скандалить и нападать на полицию, мирных граждан. Мы не хотели ввязываться в драку. Оказавшаяся отрезанной от канализации, фабрика все же продолжила работу, а все нечистоты сливают в поле. Местный луг превратился в огромную кровавую лужу. Село окутало зловоние. В знак протеста мы заблокировали дорогу. Их отрезали от канализации, все отходы стекают в село. Пусть хотя бы выше сливают, чтобы здесь не воняло. Появятся мухи, а тут играют дети. Но я манкиска. Отключили, потому что из АП-канала поступило сообщение отрезать от системы из-за долгов. И они начали сливать сначала сверху. От фабрики километра на три течет, и в итоге сливается все в реку Бык. Если бы на улице стало жарко, мы бы здесь не стояли. Еще повезло, что только три дня течет. Пройдет пару дней, сюда невозможно будет подойти. Представители экономического агента пообещали направить письмо по электронной почте с официальным комментарием. Однако на момент написания этого материала официальная позиция администрации птицефабрики пока неизвестна.